главное меню программы Adobe Premiere CS 4 располагается на верхней горизонтальной панели и состоит из 9 основных разделов: «Файл», «Файл», «Правка», «Edit», «Проект», «Project», «Клип», «Клип», «Последовательность», «Sequence», «Маркер», «Маркер», «Титры», «Title», «Окно», «Window», «Помощь», «Help». Раздел «Меню файл» содержит команды для создания, открытия, закрытия и сохранения документов. При этом в контекстном меню команды «New», используемые для создания новых документов, представлены следующие варианты создаваемого документа: Project – проект, Sequence – последовательность, Bin – корзина, Offline файл – отключенный файл, Title – титры, Photoshop файл – файл Photoshop, Bus and Tone – настроечная таблица, Black Video – черный клип, Color Matte – цветовой фон, Universal Counting Leader – универсальный отсчет, Transparent Video – прозрачный клип. В следующих подразделах меню «Файл» содержатся опции «Revert» – отмена всех последних изменений, «Capture» – захват звука или видео, «Batch Capture» – пакетная оцифровка, Adobe Dynamic Link – прямой доступ к файлам из других приложений Adobe Creative Suite, импорт и экспорт файлов, Get Properties For – отображение свойств файла, Reveal in Bridge – показать в масте, Interpret Footage – интерпретировать материал, Time Code – временной код.